Учился бы в Шараге, если бы знал, чем будешь заниматься сейчас. Чувак, да, я в вуз пойду скоро. Ну, в следующем году, получается. Ну, вот сейчас уже скоро Новый год. Бля, вы можете ржать, можете не ржать, долбоебы, типа. Но то, что сейчас, например, у меня есть финансы, то, что сейчас у меня есть какая-то подушка финансовая, да, не спасает меня от того, что будет через 10 лет. И образование нужно каждому из нас, абсолютно, без исключения. Если ты знаешь, чем ты, блядь, занимаешься, тебе, да, приносит это доход, блядь, ты не будешь, ты шарик просто. Ты, блядь, в конечном итоге когда-то, сука, ну лопнешь в любом случае. Это вы сейчас так думаете, вот, блядь, типа онлайн там приличный. Нужно просто весь пиздец надалее вот так проиграть. А что будет дальше, когда придет другой чувак и просто тебя разъебет, к примеру? Я ж, блядь, не Мэдисон, я не какой-то там классик, да? Легенда, так сказать, блядь, которую будут смотреть, даже я, если я просто, блядь, выключу вебку и буду молчать сидеть, блядь, да, к примеру. Сожрут нахуй и не подавятся, самое главное. Поэтому нужно образование в любом случае. Я просто считаю, что я очень много времени трачу на... ни на что. Вова, дай совет. В школе учителя задолбали говорить, что мы никто и станем никем. Что на это им ответить и стоит ли отвечать? Вообще нет, это нормальная тема, но... Ладно, челлендж идет нахуй. Могу 5 организовать. Сейчас, погоди, договорю. Значит, смотри, берешь и ставишь это животное ебаное на учителя, на место. Правда, есть подозрение, что ты потом пойдешь к директору, но отвечают, работает. Берешь и говоришь, если тебе говорят, ты станешь никем, да вы, блядь, тупые дети. Вот это вот, знаете, стандартная тема, вы тупые. Берешь такой, спокойным лицом встаешь и говоришь... Так если ты такая умная, то, блядь, хуль ты учителем в школе работаешь? Все, ебало затыкается автоматически максимально, понял? Ну, с рождения, блядь, троечник. Кстати, забавный факт, троечники всегда чего-то добиваются. Но я не про себя сейчас говорю, я вообще. Когда ты привык жопу лизать, блядь, за пятерки нахуй. Сидишь в Макдональдсе, полы, блядь, вытираешь. Это к девочкам в большинстве относится, блядь. Потому что все учителя, они сексисты ебаные. И фемки. У меня они, блядь, чаще всего вдовы, блядь, недоебанные. У них уже климакс давно, блядь. Они хуя в жизни не видели лет 10, наверное. Поэтому, как бы, ну, оно и понятно, почему они такие злые. Давайте послушаем, что животное скажет. На, Вован, почисти зубы. Вован, автосалон, он там, дядя, пошли. Пошли, Вован. Что за флекс, слышишь? Передаю привет Хаски Арбузикову, он попущен. Не понял. Бля, пизда, какой же добрый. Да-да, поехали. Вован, почисти зубы, Вован. Вован, слышь, Вован. Вован, почисти зубы, пожалуйста. Я думаю, Вася. Бля, я сейчас тебя задержу, ты понял, чмо? Вован, я по запаху приехал. Нахуй шел? Сам. Одну секунду. Только после тебя, у меня в отличие от тебя все. Бля, малой, бля! Что еще раз? Помогите, пожалуйста, сжать всех. Первым тоже. Бля, Фортнайтер, иди отсюда! На третьем курсе. Обидно, Вован. Ну, была там кадет побежал. Хочешь, я тебе расскажу приколы? Да, мне похуй. Да, мне похуй. Ты в каком классе, молодой? Я? Красава, респект. Локалют Уайт. Высокие стандарты качества. Молодой, ты матом не ругайся. Я люблю вас. Да в смысле, блядь, за что вы садитесь? Почему именно на меня посадили? За что, чмо? Малой, на коленочках сиди. Потому что у тебя двойка. Можно отмену из кота зерна? Все, смотри, он его обнял, как, блядь. Можно отмену из кота зерна? Эй, чувак, ты сейчас сядешь, блядь. Не трогай детей. Это не мотивирует людей подписываться абсолютно никак. У меня автоматически проплачивается. Ассаламу алейкум, бля. У меня автоматически, типа... Блять, что это было сейчас? Ассаламу алейкум. Блять, куда я попал? Я еще в игру не зашел. Ой, блять. Ебать. Нихуя себе, батуха... Бля, опять этот хуй сейчас мне зубную пасту будет давать, блядь. Пиздец, блядь. Как он тут появляется? Вы можете мне... Мужик, ёбни его нахуй вообще. Иди нахуй, иди нахуй отсюда. Я там добежал. Ебать. Что происходит, бля? Пипец, они стреляются, да? Вот бы тебе въебало сейчас стрельнули разок. Вован, а можешь привет передать? Нет. Сам передай.
Вова, блядь. О, блядь, уебался. Камаз. Походу вы никого не поймали, получается. Он хоть зубы, зубы почистит, дурачок. Блядь, ты заебал, ты как берешься тут, сука, конченый, блядь. Вованочку. Вы можете его посадить, блядь, его третий раз уже вяжут. Да, молодой. Я звоню, Андрей, там. Вы отсюда не выйдете. Да ты, дура, тоже отсюда не выйдешь, тебя будешь ждать, я уже понял. Это ФИП, короче, прикиньте. Я уже звоню. Слышь, я там в сортире метеорит отложил, можешь идти забрать. Вы здесь будете слушать, Сережа, я говорю, вы отсюда не выйдете. Бля, молодой, если ты не будешь слушать старшего, который сейчас залетел в хату, блядь, можешь тут сосать хуй. Понимаешь, только выйдет отсюда, сразу помрет, я тебе сразу объясняю, ебать. Его там сразу крепанут, а если не хочешь, чтобы крепанули, так что лучше... Бля, дядь, я тебе не верю, извини, иди нахуй. Это справедливо. Мне терять нечего, я, блядь, десятерых уложил, нахуй, чё ты меня пугаешь? Сейчас, подожди. Ко мне стучаться мама пришла. Давай. Авторитет местный, мамка пришла, блядь. Конечно, фиш, блядь, закрывается. Это ж нелегальное говно. И кардеров сейчас в жопу ебут. На Твиче дохуища кардеров. Я даже сомневаюсь, что вот эти все сапки, которые вам дарят, там приходят какие-то шейхи, отмывают бабло через мой канал. Это вы думаете, блядь, какой-то богатый чел пришел, на деле он, может, карточку спиздил, блядь, вам сапки надарил, отмыл бабло. Стоп, сразу скажу, я никому деньги не отдаю, блядь, ни за что. Все, что идет с подписок, все мое. Но Twitch за это пиздов очень серьезных дает, таких, что пизда. Он даже, ну, я слышал, что... Короче, есть такие моменты, что приходит запрос вон оттуда, у нас с России, вот оттуда, сверху. И Twitch такой, типа, окей, мы все сделаем. Так, граждане, меня слышите? Да. Да. КамАЗ, а вам кто такое имя дал? Родители? А что? Мне просто интересно. Националист. Первый раз вижу такое имя. Очень интересно. У него брат рулон обоев еще. Рулон обоев? Да. Забег долбоёбов и этот... И разбор завалов еще. Забег долбоёб достаточно интересно звучит. Иди зубы почисть, потом разобрать. Я сейчас тебе хуем почищу, понял? Ты плох, вонючий. Я твою тендерли знаешь, что делал? Мою? Бля, вообще какой-то пробитый долбоёб. Я твою тендерли, бля, чего нахуй? Чао, пештик. Дозреваю. А вот к этому я хочу сесть. Поехали! Я куда, молодой? А я сейчас это самое, посмотрю, сколько денег. Нахуй пошел, животное, блядь, нахуй пошел. Нахуй пошел, животное, нахуй пошел, нахуй, говорю, пошел. Нахуй пошел, ты слышишь вообще? Нет, иди нахуй, иди. Ля, черт. О, блядь, что у тебя? А что съебало, молодой? И что съел? Опа, это банк, кстати. Бля, пизда! Че за хуйня, блядь, ты смотри! Блядь! Взлёт, здравствуйте.